Опа! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Creepy Tale 3. Да, наконец-то, боже мой, сегодня будет у нас финал. А в наказание за свои проступки Ингрид попадает в преисподнюю. Пробираясь сквозь тьму, жаждущую поглотить ее сердце, девочка идет к искуплению, но ее судьба находится в ваших руках. Да, игрушка на самом деле давненько вышла, мы с тобой только сейчас идем на финал. Так что погнали, ребят, приятного вам просмотра. Вот, также там, да, интересная игрушка, пароль игра. А как она называется? Что за пароль? Тоже недавно вышел, поэтому, ребят, надо бы на самом деле-то успевать. Ты с моим кузеном встретилась? А чего не рассказала? Да как-то к слову не пришлось. Неприятный тип твой кузен. Путался под ногами, отвлекал от дел. Какая противная. Наоборот, высокого мнения. Говорит, что твой пример ему наука. Ну да, сбежал, а мне не помог. Ненавижу. Да он сбыть товар торопился. Личная выгода превыше. Осуждаю, всего. Чё там? Я это запомню. Он перья типа добывал или чё там? Я уже даже подзабыл. Так, по рукам, чё у нас? 25 хороших поступков, между прочим. 8 плохих, ребят. Не знаю даже, кто-то вообще ждал ли эту игру, потому что я говорю, она уже давно как вышла. Вот, мы с тобой. Офигенно. Капец. Так, ладно, это мы на чуть попозже оставляем. Что у нас тут? Давай поглядим. Не открывает я. Не понял. А! Надо идти когда... О, вот так вот пока что сделаем, ребята. Во. Так, и что? Ага. Когда тьма... Нам надо стопаться. Ну, давай еще раз. Давай еще раз. Я вам 100 раз говорил, ребят, у меня такая проблема, то, что лампы закрывают обзор, поэтому... Сойдет, пойдет. Ну, конечно, родной. А когда не шло-то? Прикиньте, мне приходится в ОБС смотреть. Потому что я там увеличил яркость. Потому что здесь я ни черта не вижу. Ну хотя, а какая разница вообще? По факту-то. Что-то мне это напоминает, знаешь, игру кальмара. Туфа-гифа! Пойдет, родной, отлично! Отлично, мы выбрались. Это хорошо, это замечательно. Тут, короче, просто-напросто, ребята, ждем. Когда вот эта хрень затихнет. Ждем, 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 ждем. Так, есть! Наконец-то мы до... Где мы вообще? Так, ребят, давайте... Наверное... Вот так вот. И, ребят, как лучше сделать? Вот так нормально будет? Скажите. Вот так вот, наверное, хорошо. Это что за маленький Буратино? Еще один призрак. Протри очки, я не призрак. Не может быть. Откуда здесь взяться живому человеку? Из мира живых, представь себе. Действительно, не мираж.
А ты сам-то кто? Я краснодеревщик. Гробы сколачиваешь? Заставили. Сижу на привязи уже целую вечность. Ясно. Ну, я пошла. Постой, девочка. Какая добрая девочка. Ты не сможешь мне помочь и поискать ключи от кандалов? А что мне за это будет? Мне есть чем тебя отблагодарить. Еще наверху я научился вдыхать жизнь в дерево и создавать из туканов помощников. Было трудно. Мне приходилось ходить на заколдованное озеро. Здесь это сделать куда проще. Мертвая вода повсюду. Занятная история. При случае расскажешь подробнее. Так что ты говорил про истуканов? Они безотказны и могут буквально все. Дай мне одного. Проверим, что он может. Вот, возьми моего лучшего истукана. Он будет служить тебе. Сюда, братан, вот, сюда. Иди сюда. Там боится. Я просто, ребят, прошу прощения. Слишком темно. Лампы у меня кольцевые, лучше. И, короче, из-за этого... Выглядит не очень. Готов служить новой хозяйке. Божечки, какая милота. Постараюсь тебе помочь, но ничего не обещаю. Я буду ждать и надеяться. Да, дед, вот кому ты поверил? Ты нашла ключи? Да не так просто, как кажется. Понимаю. И чем займешься, когда избавишься от цепи? Еще не думал об этом. Попробую вернуться обратно. А ты знаешь, как вернуться? Да, я слышал, что есть проход через водопад. А ты в курсе, что он пропускает только хороших людей? При жизни я не делал зла. Сюда попал из-за мертвой воды. Впервые я ее получил из рук моего будущего убийцы. Фигеть. Какой же я был доверчивый. Последнее, что я помню, это деревянные руки, сжимающие лопату, и бездушные, горящие красным пламенем глаза. Твои слуги устроили бунт? Нет, это был мой партнер, который жаждал власти и использовал меня для создания своей армии. То есть сейчас где-то в лесу ходит банда деревянных убийц с лопатами? Вряд ли. Им нужно быть осторожными. Первый же дождь их обездвижит. Жуткие у тебя, дедушка, истории. Так, окей. Мы поняли. Не трогай инструмент. Он мне нужен. Бля, дед, да ты шо, блин, рубаночек-то мне бы пригодился, наверное. Так, чё у нас тут есть? Бля, гробик. Ты шо? Так, игра сохранена, это хорошо. Портал какой-то, прикинь. Так, то есть мы можем обратно, назад. Блин, я ж не думал, что это портал. Я думал, можно тут спрятаться, типа. Какие-то стуки. Вообще стуков нет. Раз, два. Раз. Так, может это по стукам? Я просто другого даже не знаю. Раз. Три. Ребят, вы хоть в чатик подсказываете? Я, если что, вообще, ребят, так-то стримлю. Вы подсказываете хоть? Раз, два. А тут ноль должно быть. Один. Ну, я просто по-другому даже не знаю. Три. Если... Господи, спасибо. Ладно, все, мы догадались, офигеть. Игра сохранена, это замечательно. Так, ну давай смотреть. Что тут у нас? Ага, ничего. Так.
Да что же ты такая тяжелая? Да. Я понимаю. Я тут уже понимаю, что нужно сделать. Там что-то сверкает. Так, ну-ка, что там сверкает? Гадство не достать. А ну-ка, братик. Лезь в щель, малыш. Достань мне сокровище. Блин, что ж мне с яркостью это сделать, чтобы прям все видеть? Че, забра... все понял. Все изи. Оу, май. Что тут у нас? Так, понимаю. Здесь надо что-то, короче, чтобы они пришли, да? А это самое быстрое. Ты серьезно? Все? А да что же ты так? Я думал, склеп открылся. Тут вот что. И что там? Свиток, найденный в склепе. Так. Я так понимаю, это первое, это второе. Смотри. Значит, первый олень идет. Потом заяц. Потом... Немножко опоздали. Ой, мамонт, как долго. Так, отлично, ребята, мы это сделали. Со второй попыточки. Так, вот это уже интересно. И... Это что еще за мерзость вылезла? Ой, я выпустила на волю злого духа. Так, пробуем, ребята, пробуем все тут. Не. Так, а тут-то что? Ничего не подходит. Убираемся отсюда. Итак, что изменилось вообще? Братан, что надо девочка, сделать? Помоги мне. Охренеть! У надгробия. Что тебе нужно? Я сбежал из плена. И теперь хочу домой. К маме. К мамочке он хочет. Забыл, как ты ей грубил? А мы все помним. Офигеть. Да, я был ужасным сыном и товарищем. Но я все осознал и хочу вернуться домой. Помоги мне. Я знаю, ты выберешься отсюда. Забери меня с собой. Поступай, как знаешь. Ну что, пацаны, спасаем. Чего слоняешь? Местность. Зайди. Девочка. Я еще не... Да нафиг мне. Опа. Прошу прощения. Можно попросить тебя прочесть содержимое? Любопытно. Что там у тебя? Что происходит, блин? Что, оживет сейчас? Проснется все-таки, братик. Уф. Что, выспался, родной? К
Кажется, я начинаю понимать эти символы. Здесь описан ритуал из книги мертвых, способный перенести тело с кладбища на соседний остров. Речь, правда, идет о мертвом теле, но, полагаю, это не принципиально. Ты уверен? Нет, но это шанс сбежать. Такой себе шанс. Умирать неохота. Ты в аду. Смерть не самое плохое, что может с тобой здесь случиться. Звучит неутешительно. Так что нужно для этого ритуала? Потребуется мертвая вода и любая драгоценная вещь. Ну где все это взять? Не унывай! Ты в царстве... Понятно. Так, ценная вещь, не? А что с тобой? Девочка, братиш? Посмотрим на твое поведение. Так, ладно, погнали дальше. Главное, что тот дядька проснулся. Вот что самое важное, ребят. Ну, давай поглядим. Дядь, ну что, ты проснулся? Откуда свет? Кто смел нарушить мою негу? Я плавал в море снов, теперь прибился к брегу. Из мира бесконечной пустоты в мир суеты. И кто повинен в этом? Отлично. Еще и в стихах. Вы как будто чем-то расстроены. Душа пропала у меня. Фига, блин, это не моя, конечно, а из психотеки. Вернуть ее хочу назад и под замок закрыть навеки. Может быть, я смогу вам помочь? Помочь? А что, твоя душа вполне бы подошла. Вообще-то я не это имела в виду. Помочь найти пропавшую душу, но не бесплатно. Я деловых людей люблю. И с интересом подхожу к торгам и сделкам. Достань мне душу, отблагодарю. Тебе не привыкать, я вижу, к переделкам. Короче, пацана, я так понимаю, да, бедного? Так, а в смысле? А что-нибудь по-другому как-то нельзя? Что у нас тут вообще? 8:26. И 26 зрителей сейчас на стриме. Офигеть, вот это тайминг, а, ребятки? Да. Интересно получается. Ну что, давай в баночку, родной. Убрать банку, заманить мальчика в банку. Не, давай-ка убрать банку. Угу. Так, 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 так. Да тебя, родной. Слушай, а что делать? А что делать, а как? Девочка, я еще не... Да, какая противная, а? Блин, а что нам делать? Погоди, а если злого духа? Ну-ка попробуем. Погоди, погоди, родной. Сейчас мы попробуем вот это вот. Давай. Ну-ка, полезай-ка. Опал туда. Ну-ка, полезай. Пойдет, родной. Есть, душа есть. Все, изи, изи, ребята. Хороший поступок, я думаю. Хороший поступок. Что ж ты будешь делать, да? Так, ладно. Посмотрим, что у нас на этом. 26-8. Офигеть, и до сих пор 26-9. Так, ладно, хорошо. Хорошо, ребята. Так, ну что, родной, держи баночку. Опа, а я что-то могу подобрать там. Огниво, девочка, не тронь. Вдруг мне захочется курить. И чтоб я мог разжечь огонь, оно... Понятно, родной. Держи банку. Злой дух тебе. Пойдет? Что такое? Что недоволен? Он недовольный. Нормально, пойдет?
Да. И что теперь? Чего, блин? Не только души собираю я, но и другие ценные предметы. Любая вещь мгновенно может быть твоя, коль что-то на обмен притащишь мне ты. И что теперь? Катучка. Откуда столько дерзости, девчонка? Сперва товар свой пока. Огниво, да блин, дядь! Вот этот тебе пойдет! Ну, родной. Господи, приходится еще. Я знаю эту пресс-папье. Готов признать, стащила ловко. Давай его скорее мне. А ты умелая воровка. Так, дядь, давай. А чё я должен выбирать? Ладно, пока не будем ничего. А если огнево? Не, огнево. Ну, это точно нет. Блин, а чё мне выбирать, чуваки? Это очень плохо. Потому что я не знаю, что. Так, давай посмотрим. Драгоценное колье, награда за пойманную душу. Я хрен знает, куда его. Так, ну давай вернемся. Я так понимаю, можно, если что, и обратно к этому дядьке вернуться. Это понятное дело. Че по хорошим этим? 26, 20... Ага. Так, дед, давай-ка, ну-ка, что-нибудь мне там брякни. Мне рубанок нужен. Родной. Да блин, все тут такие дерзкие, а? Прошу, да ты охренел! Девочка. Драгоценное колье. Стоп! Копилка, копилка, родной. Нам нужна деньга. Назад, обратно, обратно, братан, обратно, обратно. Я знаю эту дичь. Я знаю эту дичь. Так, обратно. Угу. Так, ля ногой открывает, а. Нам нужна, я так понимаю, монета, чтобы мы там открыли эту штучку. Так, ну хорошо. Угу. А что бы взять? Ну, монету. Монетку беру. А что еще может? Только... Понятно. Древняя китайская монета. Так, хорошо. Мы с тобой возвращаемся. Сразу же. Это они вообще круто сделали, что можно просто зайти в этот гроб и бэньк. Вот здесь очутиться, потому что это капец бы был. Так, дядька, понимаю. Ну давай, давай, иди сюда. Что, родной? Что, не достанешь, Мортис? Он сейчас два раза, по-моему, должен. Туда-сюда. Ага. Так. О, потерял. Ну да, ну да. Так, все, есть, 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 есть. Ребятки, быстрей. Бырей! Пойдет. Даже не заметил. Так, серебряный ключ. На, дед. Нормально, пойдет, родной.
Дед свободен. Девочка, спасибо тебе. В твоем сердце есть доброта. Не растеряй ее. Спасибо, дед. Все, дед ушел. Охрененно. Что это значит? Это значит, рубанок, мы с тобой 29. Но тем временем 26 зрителей. Не знаешь, все, что будешь делать, родной. Рубанок есть. Так. Все, мы уходим. Дед ушел. Скрылся, так сказать. Ну, интересная игра. Интересная, ребят. То есть, как бы тут локация-то, ну, такая небольшая. А смотри, сколько тут можно всяких возможностей поделать. Туда-сюда, туда-сюда. Давай поглядим. Так, дядь, что там? Рубанок. Дед, да ты охренел. Огни, ну что? Огни. Блин. Это плохо, это плохо. Прекрасно. А ты думала, не найдешь? Оставь у себя, а я поищу подходящее место для ритуала. А кто вон тут? Из лавки сувенир. Он не всегда сидел на кладбище. Во времена моей юности Эврар был куда подвижнее. Колесил по округе и собирал всякое барахло. И вот однажды в его ручонки попала баночка с душой. Он нарек себя коллекционером и принялся искать еще, еще. В итоге обрел счастье здесь. С каждой собранной душой он становился все больше и больше и превратился в то, что ты видишь сейчас. И как мне теперь это развидеть? Это точно не моя проблема. Кстати, твоя душа тоже была бы ему интересна. Я не собираюсь торговать своей душой. А кто говорит о покупке? Не смешно! Так, хорошо, ребята, хорошо. На самом деле, слушай, столярный инструмент, куда бы он пригодился? Так. Интересно, интересно. Кизуки, как будто с утра ютубер только проснулся и голос такой. Ну сейчас я не могу, потому что я уже понять дело. Уже на самом деле спать пора скоро. Блин, братан, и чё ж делать-то? Да, столько дер... Заманивает говнюк, а. Ох, нет, увольте. Это был подарок. Хоть и прекрасен, он и ярок. Обратно взять я не могу. Ты говнюк. Истукан бесценен. Это будет неравный обмен. Понятно. Блин, да что нужно сделать? Так, погнали обратно к деду. Ну, деда уже нет, понятное дело. Давай к деду вернемся. Поищем, что у него. Блин. Черт. Что же нужно там сделать, а? Рубанок, рубанок, рубанок. Куда бы тебе... Ах ты, дед! Ах ты, дед, блин! Забытое столяром долото с резной ручкой. Офигеть. Вот дед, а.
Куда бы эту штуку, а? Такое чувство, что тут можно что-то сделать. Так, сейчас, секундочку. Дядь, ну ты что думаешь? Не увидел, все. Но он типа слепой, все дела там. Ну, понятно. Так, давай попробуем эту штучку обратно. Вдруг долото ему понравится, я не знаю. Ну, после долота, я не знаю, даже что там. Долота, долото, долото. Брат, давай, принимай. Это охрененно. Да. Хороший. Столярный инструмент. Довольно простенький предмет, но ценность все же представляет. Пойдет. И гравировка намекает, кто им работал много лет. Офигеть. Ему это интересно, прикинь. Так, ну хорошо, дядь, и что ты мне предлагаешь? Окей, значит, что мы делаем, ребята? Мы берем маску. Оказывается, надо маску. Спасибо Тамарту. Подсказал. Ага. Там, короче, были глаза. Там были глаза. И вот с помощью маски можно как раз пройти, оказывается. Боже, все это тут гениальное просто. Мы уже тут на самом деле, ну... Давненько. И понятное дело, что я, если что, подвырежу. Вот, ребят, серию. Так, хорошо. Давай смотреть. Я поглядим, что там у нас дальше. Так, понимаю. Начало мы ждем. Мортис, иди нафиг. Ой, потерялся, да. Так, второй раз тоже мы ждем. Ага, все, полез. Так, надеюсь, пройдем. Сюда не надо. О, маска. Офигеть. Хорош, маска реально помогла. Так, хорошо. Что у нас здесь? Давай посмотрим. Лопата. Нет, ничего не применить. Значит, нам сюда. Погнали, друзья. Блин, ничего не вижу, но, слава богу, ОБС. Чуваки, я вообще не... Там какие-то года. А прикинь, здесь я вообще чисто вижу темноту, и все. Вот серьезно. О, вижу фонарик. Ну или что это, угли. Тяжеловато. Вот это фонарь, блин. О, ключ. Так, отлично, ключик есть. Жесть. Нормально бицуху качаем, ребята. Так, ну ладно, пусть она здесь полежит. И в чем прикол? Огромный ключ. Фиг знает. Так, наверх.
О! Подошел! Итак. Что теперь? Маска имба, конечно. Он типа нас не запалит, не? Нет. Так, главное, короче, чтобы он пошел это. Да ж... Какое? Сегодня я не знаю. День телеграмма. Кстати, залетайте в телеграм, ребят, очень-очень важно, да. Погнали. А, погоди, у нас же ничего. Слушай, погоди, а маску можно обратно положить? Обратно обменять. Ну что ж, готов я уступить и согласиться. Ты очень славная девица. И пользу позже принесешь. Странный, конечно, он. То есть, как бы подарок он не меняет, а это меняет, ладно. Ты слышишь этот чудный звук? Прости, но не могу я с ним расстаться. Я обещал тебе меняться, но эту вещь не выпущу из рук. Понимаю. Ну давай книгу. Блокнот с жутким солнцем на обложку. Офигеть. Так, ну если что, ее можно поменять. Так, погоди. Этот блокнот, скорее всего, нам рассекретит наш дорогой братишка. Давай к нему зайдем, поглядим. Раз тут менять можно, это вообще изи. Давай, дружище. Какую, да, вещицу я выменяла изи у торговца. Это если что, без, да, подсказок, ребят. Да. Наконец-то мы нормально что-то играем. На тебя. Так. Ну-ка, давай. Старая кладбищенская книга учета. Странно, что на обложке делает солнце. Ничего интересного нет. Сплошные цифры, имена... Одна дата помечена кровью. 1524 год. Фу! Найс, конечно. Девочка, посмотрим на... Так, погоди, цифры, они были в этом. Погоди, возвращаемся. Мы еще ключ, кстати, вставили. Я думал, что-то произойдет, а что-то ничего не произошло. Ну-ка, погнали обратно. Блин, ты прикинь, какая по факту маленькая локация, но тут просто овер дофига всего. Просто овер дофига. Боже мой, я не знаю, на сколько эта серия? На час будет? На два? Сколько мы ее, блин, уже записываем? Да ну нафиг. Че за прикол? Так, короче, ждем, дружище. Ой, блин. Интересно. Так, он начал копаться. Быстрее идем. А маски-то нет! Офигеть! Так, 1524 год. Ладно. Слушай, ну это просто жесть! Мне игра очень-очень нравится, ребят. То, что... Ну да, некоторых может напрягать то, что вот возьми это, пойди туда, там найди одну вещичку, обратно иди, туда-сюда, одно и то же. Но, блин, это прикольно. Обратно? Да, обратно менять, брат. Берем маску. И там еще статуя есть, и я уже подозреваю, куда ее. Ее надо в склеп. Это 100%. Там была как раз такая штучка. Хотя там какая-то вот еще фигня. Я не знаю, что это вообще такое. Какая-то штука.
Может, ну посмотрим. Посмотрим, ребят. Так, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Все, мы попадаем сюда. Маску мы получили, офигеть. Да, ёкарный баба. Ну давай, давай, дядь. Чуть-чуть отойдем, чуть-чуть отойдем. Да, я чуть-чуть отойду. Да ну тебя нафиг, а. Видишь, какой ты хитрый, а. Просто погляди на него. Так, ждем, ждем, когда он начнет листать там. Ага. Найс. 1524 год. Я просто видел года как раз, ребята. ВБС. Понимаешь, в чем прикол? Блин, приходится смотреть. Так, ключ мы тут повернули. Мне кажется, это как раз... ну-ка, давай, 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 вниз. Раз вверху ничего не поменялось, хотя мы, кстати, не заходили в склеп, то должно... Вот, видишь, там тысяча... О, вижу, 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 ребята. Прикинь, ничего. И чё? А почему мы тогда поворачивали ключ? В чём прикол? Окей, сейчас подсветилось все. Так. Во, наконец-то, ребята. Разбить урну. Или стой, или поставить на место. Еще 524. Найс. Ой, прошу прощения, ребята. Погоди, ну это же правильно. О чем прикол? Или неправильно, или плохой поступок. Ну-ка. Ой, первая урна. Господи, и сейчас мы... Погоди, а куда этот ключ? Будь здоров. Спасибо, спасибо, бродяга. Спасибо тебе огромное, братиш. Лучше просто. Так. Угу. Ключ, найденный в урне. Ну ладно. Так, ну давай подумаем. Давай подумаем, дружище. Давай подумаем, куда мы его с тобой можем сейчас... Тихо, ждем, 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 ждем. Так, все, в бумажках он покопался, хотя он слепой. Ля, Мортис, что с тобой случилось? Это он? А, там. Быстрей, 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 быстрей. Так, как я понимаю, сейчас мы с тобой статуэточку Горгоны меняем. Маску меняем на статуэточку Горгоны. А после этого, ребята, после этого... Так. Вот еще. Самой пригодится, говорит. Обратно? Да, обратно менять, брат. Вот это мне нужно. Ну, потому что внизу это какая-то хрень. Это просто какая-то хрень. А, миниатюрная статуэтка Горгульи. Да. Вот просто вот эти горгульи мне очень прям напомнили, что нужно вот сюда вот. Вот прям вот, вот сюда вот положить эту штуку. Вот, вот. Пьедестал. Пожалуйста.
Да! Да, отлично, 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 ребята! А что произошло? Ладно. Прикинь, я даже не вижу, что вообще происходит даже. Проклятие, какая же здесь темнота! Ты прикалываешь? Древний камин. Наверняка для каких-нибудь... Понимаю. Гнилой кусок. Древний камин. Ладно, обратно. Нам нужно огниво. Тут понятно все. Тут все понятно, ребята. Я прошу прощения, ребята, потому что... Блин, хочется побыстрее пройти игру. Долго я финал, да, не выпускал. Смотри, нам нужно огниво. А что он скажет? Даю добро. Бери огниво. Но только пользуйся им живо. И сразу... Понятней нет. Понятней некуда, спасибо. Ля, кальянчик там, а? Офигеть, родной. Ну, осуждаем, осуждаем, ребят, так. Не надо, не надо. Так. Окей. Слушай, у меня есть такое предчувствие, ребята. У меня есть такое предчувствие, короче. Проклятие, какая же здесь темнота? Что можно деревянного истукана применить? У меня есть такое подозрение. Ну, это был бы бред. Ну чё, давай. Ля! Отлично, найс! Никакого эффекта. Наверное, нужно сжечь что-то особенное. Да ну нафиг! Вот столярный инструмент тебе. Никакого эффекта. Наверное, нужно... Да ну нафиг! И как мне это... Да ну нафиг! Придется это нам сделать, потому что другого выхода я не знаю. Это как Рокси бедную отключаем, как... Короче, никак тут по-другому не поступить. Проклятие! Блин, это вообще капец. Офигеть, да, да, его используют как дрова. Значит, без жертвы здесь не обойтись. Но я пыталась. По факту. Прости, малыш, но ты должен послужить великой цели. Как я счастлив, что могу быть полезным. Я всегда об этом мечтал. Да блин, братан! Жесть. 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 Прости, но правила здесь придумываю не я. Я не знаю. Ребят, напишите в чатике, пожалуйста. Ну, потом, когда видосик, понятное дело, буду смотреть. Жесть. Так, смотрим на руки. Да. А... Нет! Это неплохой поступок? Это был неплохой поступок, прикинь. Похоже на замочную скважину. Вот что у меня есть. Ля. Кровь. Ну, это малиновое варенье, ребят, конечно же. Да. Это, оказывается, неплохой поступок. Все так и должно быть. Понимаю, это квас. Это квас, да. Так, ну и давай сейчас эту забираем штучку. Попробуй сжечь дневник. Просто все... Блин, Артик, спасибо тебе огромное. Но проблема в том, что я ж никак не смог бы этот дневник получить. Потому что, видишь... Короче, оказывается, все сжигали истукана. Так что это нормально. Понимаю. Но я говорю, видишь, это неплохой поступок. Это неплохой поступок. Так что все понятно. Так, а ну-ка давай-ка поглядим. Давай-ка поглядим. Давай обратно к дядьке. Арт, ты немного запоздал. И плюс, видишь, я бы никак не получил бы. Только единственное, видишь, я бы горгулью это обратно получил бы. И тогда бы мог...
Вот обратно менять. А, так эту штуку так еще и нельзя, ребят. Только единственное, видишь, дневник. Блин, ну давай дневник забираем. Может, он нам пригодится сейчас? Так, ну погнали. Погнали обратно. Так, ну и все? А я даже не знаю, что еще-то нужно. Огнево, я пофиг, я ему не возвращаю. Пошел он. Так, братан. Вот тебе дневник. А, ему пофигу вообще. Все необходимое у меня. О. Внимание! А теперь супер игра! Мертвую воду давай сюда, а колье наденешь во время ритуала. Сектор приз на барабане, ребятки. А что с пацаном? А пацана-то мы спасать будем? Было. Я нашел подходящее место для ритуала и все подготовил. Видишь тот склеп с горгульями у входа? Встретимся там. Изи. Окей, брат. А что с пацаном-то? Как его спасти? Вопрос. Девочка, я еще... А я его никак не могу. Я не знаю, как его спасти. Так, колье, значит, нам нужно. Давай поглядим, давай поглядим. Давай к дядьке. Обратно? Прости, но предложить тебе я трубку не могу. Да я ее... Тепло досюда донеслось. Спалила склеп дотла, небось? Я хочу... Ага, фиг. А эту штуку я не могу вообще взять. Я думал это... Ну, все, я не знаю, что дальше. Ребята, я вроде отдал ему. Это, наверное, хороший поступок. 33, да? Смотри-ка. Ну что, хватаем... Хватает нам баллов, ребят. Чтоб мы... Хорошую концовку открыли или нет? О, Ингрид, наконец-то! Ну-ка. Начинай ритуал, я готова. Приступим. Но есть один нюанс, хотя вряд ли он тебя смутит. Видишь, гроб? Это для тебя. Да в смысле, блин? Он послужит телепортом. Боишься? Ха, еще чего? Что-то я не доверяю ему. Так. Приступим. Надеюсь, я ничего не перепутал. Капец. А как он гроб-то достал? Откуда? Казах пал, а маршарах пора. Кандал зову куку, Ингрид зову давил, пора шпану лаву. Опа! Нет, 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 нет! А маршарах пора, кандал зову куку, Ингрид зову давил, пора шпану лаву. Да ну, Мортис! Там никого. Слава богу. Ха-ха-ха-ха-ха. Ля! Господи. Глава 12, река. Ребята, ура, мы прошли. Ну, на самом деле, если честно, очень жалко истукана. Прям очень жалко. Честно скажу. Вот больше всего мне его жалко прям. А пацана, кстати, забрать я не знаю, как надо было забрать пацана, ребят, напишите тоже в комментах. Ну, не забрали мы его, не смогли. Не знаю просто, как надо было его забирать. Блин, тоже его жалко. А, так, и что теперь? Только что был в вашем мирке. Проверял, какая там нынче погодка. Довольно теплая. Самое время вернуться. Признаюсь, ты меня сильно удивила. Это чем же? А ты посмотри на свои руки. То, что она хорошая. Да. Ад пошел да. Тебе на пользу. И ты искупила все свои грехи. Игра окончена. Можешь смело идти сквозь водопад. Правда?
Разве я когда-нибудь тебе врал? Врать, может быть, не врал, но постоянно что-то не договаривал. Тем не менее, тебе хватило сообразительности, чтобы достать все необходимое для ритуала. Я думала, что сойду с ума. Ну, не сошла же? Я этому рад. Спасибо тебе, Млох, за помощь. Я бы не справилась в одиночку. Ладушки, я поплыл. Пора обедать. Ну что же, друзья, блин, это великолепная игра. Блин, ну конечно, хотелось бы еще поглядеть, что там за плохая концовка, конечно. И говорят, что там еще третья есть, нейтральная, но... Она просто очнулась, блин, помнишь, когда она с хлебом была? Офигеть. Все. Блин, ну это клево, ребята. Будем ждать четвертую часть. Обещаю, четвертую часть быстро пройти. Сколько там, ребята, 5 месяцев прошло или сколько, короче? Ладно. Ну, блин, это было круто, честно скажу. Нам надо побольше играть все-таки в такие игры, ребята, где головоломок побольше. Ну что же, друзья, обязательно ставьте жирненький царский лайкосик. А можно продолжить, кстати. Залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.